Перемещаемся мы с вами в северную столицу. Спецборд МЧС России привез в Петербург на лечение маленького пациента. Тяжело больной 5-месячный ребенок нуждается в срочной операции. Малыша срочно отвезли в педиатрический медицинский университет. Ну и там специалисты окажут ему всю необходимую помощь. Однако и в летающем госпитале МЧС, который эвакуировал ребенка, все оснащение на высшем уровне. Это и современное оборудование, и специальный аппарат искусственного дыхания, и кардиомониторы. Поэтому даже во время полета пациенты в надежных руках. Полет протекал в штатном режиме. Состояние пациента не ухудшилось. Вот, это хорошо.